Здравствуйте, друзья дорогие! Мы сегодня с вами будем готовить классный очень обед или ужин. Мясо с картошкой, такая как запеканка. В общем, очень интересный рецепт. Смотрите нас с удовольствием. Первым делом берем мясо. У нас сегодня свинина карбонат. И нарезаем на такие небольшие стейки. Толщина примерно сантиметр, не больше. Ты уверена, что это сантиметр? А у меня же глаз алмаз, ты же знаешь. Только нож не острый, не сильно острый. Ну так, все хорошо. Укладываем мяско в любую форму, так плотненько, солим и перчим, ничего мы с ним больше не делаем. Мяско соленое, перченое отставляем в сторону и приступаем к верхней шапке. Она у нас сегодня будет необычная, картофельная. Картошку мы предварительно натерли на крупной терке и сейчас начнем добавлять в нее вкус. Первый вкус это, как бы вы думали, что, конечно же, сыр. Трем небольшой кусочек на крупной терке. Тертый картофель, тертый сыр, тертый чеснок, да. И добавляем немножечко сметаны, буквально пару ложек. Всю эту красоту тщательно перемешиваем. Мы идею взяли опять-таки у вас под постом с дежурным, по-моему, блюдом у нас, да? Да, с лисичками. Но там девушка писала, что смешивает картофель тертый с майонезом просто и выкладывает эта шапка, так что... И осталось выложить все сверху на мясо и отправить в духовку запекаться. На сколько, Лена? Ой, минут на 45, наверное. По поводу времени в духовке, друзья, духовки у всех разные, особенно у кого они чуть-чуть старенькие, время приготовления сильно может отличаться, дольше готовится блюдо. В современных духовках они такие мощные, может и за 20 минут приготовиться. Ну, за 20, ладно, я преувеличила, но смотрите всегда по своей духовке. Блюдо выглядит очень аппетитно. Ох, сырая картоха. Ну, красотища. Вообще, друзья, если бы вы могли почувствовать аромат, вы бы были очень счастливы, примерно как я сейчас, потому что нас ждет потрясающий ужин. Или обед. Не знаю, когда вы смотрите, но мы ужинать будем. Класс. Моя доля. Вот она, пожалуйста. Кусок мяса какой хороший. Это картошечка сверху. Прям супер.